надо ослабить еще. Ослабь лебедку, а? Нету? Бля. Касса есть у тебя какой? Нет, на сырым блоках. Этот пенек, короче, у нас. Да, еще ждет. О, что, не за что, да? Блин, пенек еще. Есть тут рама. Кидывайте до конца. Сейчас мы ее чуть сдвинем. Что делать-то? Раму придется теперь. Все с палками. Бля, раму, можно быть. Нормально. Леша знает. Это тоже, да? Этот что, целый еще? На какие-то бревна, на два бревна, ну как на этих, как на салазках вытаскивать, на бревнах ее. Ну, подвязывать бревнам и на бревнах вытаскивать ее. Понимаешь? Давай развязывается. Ну что, ребят, как вам мясо? Нормально? Давай, говорит, газуй, пойдет. Пошла. Куда тут? Osta Learning, Russian ATV, repair, axle. Да там походу Осты столько пройдено, что... Ого-го! Набрелки вам, пацаны! Чтоб спор 3 помнили, чтобы надолго запомните, наверное. Мы сюда вылетали, у нас снегопад жесткий был. 30 сантиметров снега было. Откуда вы? О, мороженое у вас там делают. Делали. Делали, да? Да. Сейчас сникерсы, наверное, одни продаются. Короче, ребятки, квадроспор продолжается. Мы все еще тянем недвижимость. Пытаемся ее утянуть. Которые оборвали уже все спереди, сзади, слева, справа. И мне кажется, ее будет проще утащить по запчастям отсюда. Потихоньку разобрав. Ой, как я не люблю это... Убийство машин в квадротематике. Хотя сам когда-то катался. За выходные ушатывал технику так, что она порой домой сама не могла приехать. Но всю неделю потом чинили ее с Мишкой, чтобы она к следующим выходным опять ушатывалась. Мне это надоело. Я пересел вот на этот грязнющий пепелац. Смотрите, у нас когда-нибудь был такой хлев в вездеходе? Это чё-то просто. Этот квадроспор самый жирный, самый жуткий. А я говорил, не надо на этой машинке ехать, не надо. Они говорили, надо. Вот теперь вытаскиваем. Порвем либо машинку, либо шерпа. Вот такой жирный еще ладно. Хорош! Оп. Как это, у нас чисто, а мы сейчас туда обратно попрем. Поснимай, Мишань. Бля, как семья. А руки вообще не работают. Ну, уже... У вас тут воды нету? Попить, что ли? Да, да, вообще. Умираем, ребят. Сейчас. Пожалуйста. Вот такую, парни, мы пепелацу притащили. Вообще не заводилось. Порвали машину, конечно, жестко, ребята.
Ей бы по проселочкам кататься. Офигенно было бы. Дима, ну как у тебя впечатление от квадроспора? Очень приятно, что канал Nordway оказался на канале Герасим Шерп. Вот так, да? Который прогрессирует просто практически, взлетает. Ну что я скажу, как бы, все прошло хорошо. Если бы не Гера, парни, вообще вот как бы квадродвижение, по-моему, не существует без Шерпа. Встало бы да, сегодня. Да, настоящее квадродвижение и просто вот то, что мы сегодня провели, да, сделали. Эвакуация, все понятно, но возможности Шерпа безграничны, понимаете, я не могу больше даже добавить ничего. Квадрики — это как бы удовольствие, драйв, но Шерп — это стабильность, это доступность, это любые места, любые неизведанные какие-то места на нашей планете. Шерп покорит все, мне кажется. Вот. Ну, даже вот как-то... Ну, а мы в свою очередь и будем покорять неизведанные места, ребят. Ну, а завтра у нас по плану Остокрузер будет пробовать, да, ездить на Шерпе. Да, кстати, Остокрузер известный, знаменитый Остокрузер, который самый крутой блогер в мире по квадроциклам, у которого почти 300 тысяч подписчиков. Он проявлял очень слабый интерес именно к квадродвижению, к России, но мы как-то убедили его и пригласили, и он очень доволен, говорит, здорово. Вот единственное, чем Остокрузер в России интересовался, я узнал уже в разговоре с ним, когда был в Канаде, это каналом Герасим Шерп. Он говорит, я смотрю все выпуски. Так что вот так вот. Это приятно. Ну что ж, ребят. То есть нас знают во всем мире. Да. А как мы покатаемся с Остой, это будет в следующей серии. Ну, это был выпуск «Квадроспор глазами Шерпа». Всем пока. Пока. Спасибо, что ты досмотрел наше видео до конца. Если понравилось, ставь лайк. Также мы хотели бы тебе порекомендовать следующие ролики. Вот это для тебя подобрал YouTube. Вот это наш самый последний новый ролик. И вот это мы рекомендовали бы тебе посмотреть сами. Если ты еще не подписан, обязательно подпишись вот здесь, нажми на кружок. Спасибо. Пока.